Вот голубенок вылазит. Утренний моцион, прогулка. Вот тут плоховато свет светит, но его видно. А тот там дальше залез. К нему идет туда отец его. Там ящик. Доска. И вот он вверху там ест песок, глина и соль. Его видно, вот он залез. Это под ногами. Вот то, что белое, это газета, пачка у меня под ногами. Это мешок. С такой. В мешок все заложено. Вот он. А под ногами у него как раз этот голубенок его. Вот он. Это отец его. Ну, вот не освещает до конца, как следует. Но все равно видно. Это сегодня у нас... Уже сегодня еще 9? Да. 9 марта 2018 года. Каждое утро я их увожу на прогулку. А одну беру голубку. Здесь новая поймал я ее с хохолком. Она на втором этаже здесь у него. Вот здесь вот я открыто отверстие. А когда кошку в это время загоняю, ее в отдельную коробку. А потом, когда залетят они вниз, первую перекрываю от первой. И тогда она там отдельно питание. А этот его привлекаю поближе, семечки ему даю. Это отец. А она так и не вышла. На яйцах сидит уже. Я все записываю, сколько дней, сколько чего. Он увидал, что это которые маленькие голубки, я приготовил там еду, все, и он заглядывает, нельзя ли мне что-то утащить. Ишь, опасается как будто. Это такая охота, но не знает. И на спине, главное, белое у него пятно там под крыльями как бы. Это тоже очень интересно. Обычно этого не бывает. Ну, а тот ползет помаленьку. Ему надо к отцу подойти, чтобы покормил его. А тот ищет, что там. Что там такое, он не может понять. Исследует. Уперся. А тот помаленьку, помаленьку и пешком, пешком и идет к нему. Вот он, за ним идет уже. Просит есть. А этот крылья разминает, утренний моцион. Не подлетает так. Вот он как. Тренировка, а люди не знают этого. Вот он вылетел и тренируется, чтобы не омертвели руки. Перепелку держали в клетке, а потом выпустили, она взлетела и тут же упала. Упала и все. Разрыв сердца. О, мать вылезла, вот они, все. Вылезла, вылезла. О, сейчас я подойду, возьму фонарик, посвечу, где у нее там что есть. Вот так. Вот там, видать, вон они, яйца у нее лежат. Это она не взлетала долго, не вылетала. Ну, чтобы они туда сразу не залетела, она, я сейчас закрою здесь решеточку, опущу вверху. Пусть она здесь будет. И посмотрю, как они будут. Вот этот голубенок сидит там. А они двое. Теперь она там крылья разминает. Вот как это все принято у них. Вот она сейчас слетит сюда дальше. Ходит, оправиться надо. Так они помаленькой оправляются сейчас. А там, где сидит, на гнезде не оправится. Вот она заметила, что гнездо закрыто. Она чуть было не залетела туда. Вот он беспокоится. Яйца, чтобы не застудить. Теперь он к ней. А тот вон он сидит. Вон он сидит где. Она тоже пошла скорее поесть. Я подсвечу здесь. Там глина, песок и соль. Им это необходимо. Я там поставил баночку. Вот они теперь. Она сильно беспокоится и надо залететь. Вот она к решетке. Но ничего не сделал. Сейчас я
Открою. Вот она как беспокоится. Очень беспокойно ведет себя. Сейчас я открою решетку, иначе она не успокоится. Вот она заглядывает. Только я поднимаю кверху, и она сейчас туда залетит сразу же. Вот она. Все. Как, короче, прямо прыгает туда. И... Это она голос издает такой, голубка. Все, села, зоб-то надувается как. А там с этой стороны-то видно, что у ней яйца там, это под ней. В сторонке маленькой как бы под ней яйца там видать. Да, вот она. Садится. Вот такое наблюдение здесь можно вести. А этот у меня, вот я стою в валенок. Он прям вплотную к валенку. Вот он у меня валенок прижался. Почему-то его тянет сюда. Ну, отец тут ходит. Так. Он трясет крылышками, приглашает его, накорми меня. Ну, не знаю, будет кормить или нет. Что-то ищет. А что тут найдешь на полу? Ну, бывает, падает семечко, он все подберет. А этот рядом сидит. Вот такой уже большой он. Ну, третья часть уже взрослого голубя. А еще никуда не гожий. Едва ходит. Так кормят его. Это он отрыгает полупереваренную пищу. Молоко птичье называется. Из своего зуба в него перетолкнул. Уже вылез, гоняется за отцом. Ему двигаться трудно, он еще все сидящий образ ведет. А тут половичок такой, что он путается ногами. За отцом гонится. Когда двое, они кричат. Этот зашел, я специально на... Семечки насыпал, его привлечь, чтобы подходил. А это он та голубка, которая у меня спрятанная в коробочке. Я не знаю, показывать ему или нет. А то он к ней расположится, а ту забудет. Тоже не знаю. Вот он лезет на... Да на доску вроде бы лезть надо. Ну куда он залезет-то? Колотится. Ишь, он какой неуклюжий. Я фонариком подсвечиваю. Песок, глина и соль. Больше ничего нет, мелкенькая соль. А этот ждет, его наперекрывает. Он, видимо, поест маленько, пищу протолкнул. А теперь этот... Может, еще кормить будет, нет? Зоб, когда набьет ему, он тугой, но это не очень тугой.
вода, он подошел, пьет, как будто бы эта вода была слаще. А головка там у меня в коробке сидит. Отдельно. Вот он пришел к нему вплотную. Когда пятится, то он направляется так из гнезда. И здесь. Отрыжку дает свою. То ли, видимо, сам еще не наелся, отрыгать нечего. Это не так, что вот куренок выводится, сыпленок, он через день не пройдет, они друг у друга вот через века отнимают и бегают, а это нет. Если он остался без родителей сейчас, это надо такую смесь сделать, и чтобы она настолько же была с водой, там, ой-ой-ой, ну, выходить все равно можно. Больше так и не дает ему ничего есть. И все на этом. Вот пошел, там вода, он в воду может залезть. А это все тут ищет. Ну ладно. Утреннее кормление малыша. Вот так. Так, Володя, ну возьми у меня на минутку, я покажу голубку ту. Я в коробку посадил, чтобы вызволить этих. Теперь эти прогуляли, сейчас обратно всех. Вот посмотри как. Вот она где. Это он кричит там? Нет, там она. Он залетел уже, нет? Не, вон он. Вон он сидит, вот она какая. Смотри. Да-да, там у тебя больше свету-то. Какая красота. Дикий, дикарка. Знаете, какой? Да там второй у нее поднимается, как бы даже два гребешка. Ну вот не знаю, что у меня получится. Как его отдельно? Вот она, ну, успокойся. Это вот у нее. Все, она у меня зарегистрировалась. Стой. Подожди маленечко, да подожди, да постой. Если он сейчас залетит, тогда я ее туда посажу. А он, видишь, здесь залез.
Ну, сейчас ничего не сделаешь. Надо ждать, когда он сам залетит. Пошел опять. Ну, все, тогда я подожду. Можно выключить.